женщины, экономящие на себе, сразу делают мужчину немощным. Ведь иногда женщины доходят до того, что экономят на себе даже в желаниях. Понимаете? Если у вас сейчас какой-то дефицит материальный, и вы понимаете, что оно не до роскоши, но при этом вы знаете, такой период, это временно. Да? Но я знаю, что я еще хочу этого, и этого, и оно будет. Это означает сохранить вот эту потенцию, не экономить на себе. Потому что если перекрыть все краны по каким-то материальным причинам и привыкнуть жить, ну, очень скупо. То есть скупость, она для женщины не в материальных вещах. Она вот в сердце. Понимание, что да, пока так. Пока так, но я знаю. Придет другое время. Это как ребенку не говорить нет, да, пока вот. Чтобы девочка потом да. могла желать бы. Да. Бесконечно. Да. Мы сохранить должны вот это вот ощущение, вот эту веру, что будет. Оно обязательно будет. Жизнь только началась вообще. Так, женщина в минусе, кстати, вот женщина, которая в минусе, она, поскольку все время стонет, что ей чего-то не хватает, она имеет свойство подарков иногда просить, но чаще требовать. Вот эти женщины в минусе, они подарки требуют. Подарите это или это, не устраивает истерику, они не просят, они требуют, они вожделеют. Но когда получают желаемое, принять не могут как раз. Они делают в ответ подарок на сумму, не дай бог, меньшую, а лучше в два раза большую, чтоб наверняка. Чтобы не быть обязанной, да? Чтобы не быть обязанной. За каждую мелочь они готовы прямо вот... У них почему-то нет вот такой связи, что ты сама очень много людям уже сделала. Ты не думаешь о том, что это просто тебе вот за то благодарность пришла. Все очень линейно в сознании, понимаете? Мы не можем понять, что я сделала поступок хороший вправо, а мне благодарность пришла слева. Мы этой связи не видим. И когда мы хотим благодарить того, кого слева, думая, что я сюда же должна, наверное, раз мне здесь помогли, мы окончательно прервали вот этот вот круг. Понятно, да? То есть мы, это означает не взять. Не взять вот за это. Есть такие спасатели. Спасают, спасают, помогают, помогают. Мне ничего не надо. На самом деле надо. Потому что они не могут принимать. Если женщина не может принимать, ей обязательно надо. Но она не может позволить себе это взять. То есть она может подарок взять, формально, но энергия, которая выйдет вот в этом вербальном сопровождении разными словами, да, она лишит человека сил, который подарил это. У него будет вопрос, надо ли мне вообще дарить. Есть у вас такие люди в окружении, которым очень трудно подобрать какой-то подарок, не потому что вы не знаете его, или вы экономите, а просто вот не знаешь, ну как вот, как вписаться вот в это, что ж порадует-то уже. И вроде и это бы, и тут, наверное, так скажет, тут так скажет. Ничего, хоть ничего не вот, то есть принимайте подарки с радостью, умейте быть довольные, не испытывать угрызения совести. И принимайте подарки от всех мужчин, которые дарят, заботятся. То есть открыл дверь, помог донести пакет, подал руку там где-то из автобуса, да? Это тоже подарок, это тоже принять, да, спасибо. И так далее. Попросить уступить место. Это немножко про другое, но тем не менее. То есть подарки, они приходят в разном виде. Подарки, они приходят иногда совсем не так, как вы думаете и ждете. И мы можем их не замечать. Постарайтесь замечать. Они всегда приходят.